Друзья, всем привет! Хочу прогуляться в свой любимый микрорайон. У меня мини-отпуск. Сейчас зайду в семейный магнит, куплю что-нибудь для перекуса, а потом туда пойду гулять. Ой, так стоит дом огражденный. Все знаете, да, об этой трагедии. К сожалению, вот такое случилось у нас в Ейске. Так, а я иду в магнит. Там есть типа пекарня. Ну, не типа, а пекарня. И продают всякие вкусняшки. Куплю поесть, попить, потому что я давно вышла из дома. И пойду к себе в микрорайон Солнечный, в любименький. Не буду тут снимать ничего. Купила себе вот такую улиточку с мясом. Сейчас еще куплю что-нибудь попить. А вот новогоднее настроение я вам хочу немножко создать. Смотрите, какая красота. Как сейчас красиво. О! Очень красиво. Мы еще пока не занялись украшением дома. Ой, 119 рублей всего такой веночек. Что-то вообще непонятно. Тут и охрана сидит. Делали тротуар. По итогу пригнали технику. Идут какие-то работы. Зачем тротуар делали? Вообще непонятно. Показуха какая-то, короче, была. Так, а у нас солнышко, красота. Температура не знаю какая. С утра было холодно из-за ветра. А сейчас прям красотень. Прям иду уже на распашку. Ну, потому что тепло. Конечно, в зимнем пуховике прям жарко. А с утра нифига не жарко было. Вообще прям самое то. Здесь на этом участке всегда котики. Вот именно в этом месте. Переходит дорогу вот от этого забора до этого. Друзья, опять без микрофона, не взяла его, потому что это продолжение ролика о зубной поликлинике. Я в зубную ездила, и некогда его не цеплять, не брать с собой. Если честно, мы даже и не разбирались пока. Вообще времени нету. Несмотря на то, что я в отпуске, я через день хожу на работу, там какие-то дела постоянно делаю. Поэтому прихожу, и на следующий день занимаюсь уже либо домашними делами, либо вот, как я говорила, отпуск я посвятила лечению. Поэтому следующий прием у меня 7 числа, 7 декабря, а 5 числа мне надо к терапевту. В общем, я, короче, пенсия по поликлиникам сплошь и рядом. Не, зубки обязательно сделаю, залечу, потом пойду на протезирование. Ой, какая у нас красота. Господи, как хорошо, когда солнце, а? Вообще красота. Я сейчас где-нибудь приземлюсь, вам расскажу, что там в зубной, во что мне обошлось. Это я оттуда, в общем-то, еду. А в магните не стала покупать, потому что ничего не купила из продуктов. У нас дома все есть, у меня что только там не наготовлено. Вот, и поэтому купил себе пирог, только сейчас перекусить, да квас. Вот и все. Домой не хочу, потому что время еще очень мало. Время 12 часов дня. Погода прекрасная, и хочется гулять. А я знаю, если я сейчас дойду до дома, то я засяду, и все. Это до ночи уже. Мне написали подписчики с предложением о дружбе. Я очень этому рада. Друзья, вам привет. Юра и Лена. Вот. Ждем вас. Правда, они переедут еще не скоро. Но надеюсь, что мы встретимся. Они приезжают сюда каждый год. И сейчас на данный момент делают ремонт. Ну, не на данный момент, а вообще. То есть на стадии ремонта у них квартира. Ой, ветер опять поднялся. Так что вам передаю огромный привет. Сейчас, возможно, пойду мимо вашего дома. Как я быстро дошла. Ура, ура. Заметили оговорочку по Фрейду? В магните, когда была, говорю,
пойду в свой район. Это у меня уже свой. Забыл добавить любимый район. Вот он. Райончик. Здесь всегда ветер, потому что открытое пространство. Но буду надеяться, что меня будет слышно. Вот он, мой район. Ну как мой? Любименький район. Кто впервые у нас на канале? Ну, тут гаражи. Тут смотреть нечего. Так, я сейчас как бомжик приземлюсь на скамейке. Спросите, почему как? Мы живем тут, собственно говоря, без прописки. И буду кушать пирожок и запивать его квасом. Вот. Вон там у нас ледовая арена. Можно на коньках кататься. Но мы не умеем. Я в прошлом году попробовала. И это вообще не для меня. Я не знаю, как в детстве людей держит гравитация, что ли. А так я в том году ездила в Нижнее, постоянно падала. Смотрите, зима называется, да? Трава зеленущая-зеленущая. Я иду в зимних ботинках, где они там, и в штанах с начесом. Я люблю вот здесь, под этой ивой, сидеть на скамейке. Розы все подрезали. Но боюсь, что меня не будет слышно, меня прям сдувает с ног. Пойду перекушу. Друзья, там вообще невозможно снимать. Там такое ветрище. Кошмар. Так, это у нас ЖК Меридиан. У нас здесь вот наши будущие друзья живут. Вот здесь тоже знакомые живут. Привет, передаю привет. Это Эдичка у нас. Ну, ник такой, ник на Ютубе Эдичка. Ну и зовут его Эдуард. Эдуард, привет! Иду мимо вашего дома. Ой, какая здесь у вас красота. Вот, кстати, сюда зашла, тут ветра нет. А в солнечном там вообще жесть. Я иду, у меня вес небольшой. Я сейчас схуднула на зиму. Эх, меня сносило вообще. Мужу пишу, я говорю, либо кирпич надо покупать и носить с собой, либо толстеть срочно. Он ржет. Тут они все красные, все под дробями. Вот этот дом я искала вообще капец. Потому что там красный, вот от начала красный оттуда. И понеслась до самого солнечного. Красный будет там 59. Вот видите, дробь 8. А так дробь такая-то, дробь такая-то, дробь такая-то. Знаете, что хочу? Сейчас обойду дом с другой стороны. Там такая красотень. О, здесь и ветра нет. Клятвенно обещаю вам в следующий раз одеть микрофон. Взять его с собой как минимум. Потому что это, конечно, вообще ветрище, ветра. Но, как правильно писали тут в комментариях все друг другу, ветра, они сейчас везде. Я не знаю, действительно, аномалия это или еще что-то. Не знаю, я что-то вспомнила. И в Дзержинске у нас ветра было вообще, ну, не каждый день, но ветра были такие, что, ой-ой. И штормовое предупреждение МЧС присылала. И плакаты срывала с домов. И все такое. Ой, смотрите, какая красота. Как красиво. Какие труженьки, умнички, кто сажал это. Такую красоту создали. Ну, уже отцветают хризантемки. Зима как-никак. С 1 декабря всех. С началом зимы. Вот еще зашла во двор. Здесь поменьше ветра. Точнее, вообще, по-моему, нет. Сейчас скамеечку где-нибудь поищу. Вот, друзья, как хорошо не работать, а? Ходишь, снимаешь для вас ролики. Не, нету-нетка, конечно. Ну, где там моя пенсия, а? Оставалось-то шижда маленько уже до нее. Тоже смотрите, как красиво. Взяли и продлили. Ай. Зашла в какой-то двор. Присяду тут на детской площадке сейчас. Ну так, ветрено сегодня, конечно. Ветрено. Надо же пирог съесть, мне домой идти неохота. А если уже сильно хочется. Ой, я не знаю, как на таком ведру вам ой, что-то рассказывать. Вот, друзья, это вкусно. Тесто слоеное, пирожка. Мяса много. В
квас вот такой взяла, староминский. Прям очень вкусно. Ты голодная, вообще капец. Во сколько я? 9:30 вышла из дома, а время уже 2:00. Друзья, я, наверное, странно кажусь, да, посреди пустого двора. Сидит какая-то тетка, ест пирог, спивая квасом. О, реалии жизни. Ну, мне хочется просто погулять, а я уже все прям голодная-голодная. А мне нельзя голодной быть. Ну что, пойду я еще погуляю. Записываю тут. Я ничего не буду, приду домой, вам все расскажу, потому что очень сильный ветер. Все, друзья, я уже иду до дома. Что-то я так угулялась, я уже прям еле ноги тащу. Прям очень сильно угулялась. Бродила. В центре гуляла, бродила. Здесь побродила. Володь, сейчас звоню. Исходя из того, вот, что мы обошли, и благодаря вашим советам, короче, к чему мы пришли? Самые дешевые елки, это все-таки перед входом в светофор, там секонд-хенд. Вот, продают они. Вот все-таки там получается. И они достаточно красивые. Там кто ролик наш смотрел, эти огонечки прямо на концах, то есть они уже, получается, как состроены гирляндой. Вот. Уж не знаю, надолго ли ее хватит. А так, и цены там ниже всего, чем по городу. Вот. Поэтому я сейчас Володе позвонила, говорю, спросила, до скольки он, вечером его встретить и это, вместе сходить купить. Вот такие дела. Друзья, заварила себе зеленый чай с мятой. Мята, по-моему, там или мелисса. Я уже забыла, что я. По-моему, мята все-таки, но неважно. В общем, зелененький чаек. Мне в зубной сказали сегодня не есть ничего красящего. То есть ни черного чая, ни соков никаких, ни лимонадов, ни борща. У меня на обед борщ. И салат из свеклы с чесноком. Короче, ничего нельзя. Ну, я думаю, от зеленого, наверное, меньше будет вреда. Еще, знаете, что хотела показать? Купила сегодня Пятерочки вот такой вот филе. И вот делаю себе вот такую вот рыбку. Это будет мой обед. С ржаным хлебом. Вот тут маслица много, лука. Вот, вот такая вот прелесть. Смотрите, какая светленькая рыбка, прям вообще супер. Она была едиными такими пластами, вот такими полосочками. Три полосочки здесь, селедочки, прям уже без костей, без всего. И вот я ее просто нарезала на такие кусочки. Вот сейчас с лучком буду кушать. Вот. И, кстати, такую рыбу очень хорошо на селедку под шубу брать. Она такая умеренная, не сильно соленая. И очень-очень вкусно. И там она уже в маслечке. Вот, друзья, знаете, еще что хотела показать? Освещение неохота ставить. А этого как-то маловато. А, вот такие банки купила. Вот. Но, наверное, это в предыдущем ролике. Это я просто не знаю, на сколько частей ролик поделю. Я как-то снимаю уже так вот цепочкой, в общем, события. Вот. Я давно о них мечтала. Сейчас покажу эти баночки. И уже хотела было купить на Валберес. Сейчас, секунду. Вот они, такие красотульки. А, знаете, в чем прикол? На Озоне они стоят, по-моему, 259 рублей. В общем, стоимость их от 259 рублей до 300, например. Ну, 289 рублей, не знаю, где-то вот такая. Это стекло. Крышка герметичная, там, видите, идет такая вот уплотнитель, в общем, идет. Купила я для сахара и соли. Давно мечтала вот о них. Сейчас коробки уберу. У нас, ну, от бывших владельцев там, ну, кто здесь жил, короче, от бывших хозяев дома осталась вот такая. Мне она не нравится, это прям, не знаю, такая какая-то пластиковая 90-х времен, вот. Я хотела вот такие баночки, сейчас пересыплю. Сюда соль насыплю, сюда сахар.
Вот, и будет круто. Только, знаете, сразу что думает. В Икее у нас были банки. Ну, там просто с плоской крышечкой. Тоже стеклянные такие классные. И мы всегда путали их. Да я вот только сейчас до меня дошло, что мы путали это, когда помол практически одинаковый, и бывает там соль вместо сахара, и наоборот, сыпали. И тогда дочка наклеила какую-то штуку на крышку. Вот только что до меня дошло. Ладно, придумаем что-нибудь. Может, тоже какую-то капельку сюда капну и лака, не знаю, чтоб отличали. Вот такие баночки. Так вот, в магазине МПР в центре Ейска, короче, вот эти банки по 99 рублей. Я не знаю, в чем прикол. Я единственное говорю, а какая же себестоимость этой банки, если она на сайтах по 300 рублей, а в продаже 99. И вот такую банку купила. Это я под чай сюда буду заварку насыпать. Я тоже не поняла, в чем юмор. Вот эти банки даже на AliExpress по 600 рублей стоят. А там она 259 рублей. Короче, вот так. Вот. Вот такие вот у меня приобретения. Классненькие. Красивенько, стильно будет, да? И еще мы утепляемся. Я забежала какие-то там не смешные цены, а низкие цены. Какой-то магазин, в общем, тоже в центре. Он находится ну, на рынке, в общем, с обратной стороны рынка. И купила Володе вот такие носочки, верблюжья шерсть. Короче, я хорошая жена. Я вспомнила о нем. Термо, кстати, видите? Всего 45 рублей. И еще вот такие тоже термо. Эти по 40 рублей. Вот такие вот разные носочки. Себе купила теплые колготки. Мягкие. Кашемир. Теплые, короче, такие вот. А то сейчас все в штанах, да в штанах он. Хочется иногда и юбочку, платье садеть. И Володя купил вот такие перчатки. Мне понравились. Очень теплые. Такие, знаете, такие приятные. Нежные-нежные какие-то. Мягенькие такие. Вообще классные. Перчатки по 190 рублей. Ну, естественно, тепленькие. Короче, утепляемся. Внутри там махра, короче. Вот. Вот такие у меня сегодня покупочки. Так, что, перехожу к селедке. Буду... У меня сегодня специфический такой обед. Селедка и чай с печеньем. И все. Так, я вам сварю. У меня там Тимофей. А сейчас... Тимофей! Ах ты! Зараза. Лежит от селедки эту штукенцу. Потом по всему дому гоняют. Так, чаек мой заварился. Мы опять фруктов купили, подкупили. Яблоки у нас закончились. Друзья, кто живет у нас в Ейске, Володя покупает вот такую хурму в Пятерочке. Она прямо мед. Мед вообще. А стоит, по-моему, 49 рублей всего. Прям медовая, реально. Очень вкусная. Вообще крутая хурма. Все, я пошла себе чаек наливать.